la 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 la. Воет в трубах громко, змейка мчится по земле, легкая поземка. Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья. Это празднует февраль, армии рождения. Здравствуйте, уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем День защитников Отечества и хотим всех поздравить с днем рождения российской армии. Это праздник посвящен всем мужчинам, всех возрастов, нашим папам, дедушкам, нашим дядям и, конечно же, нашим мальчикам. Они хоть еще небольшие, но уже будущие наши защитники. Когда они подрастут, будут служить в нашей армии, защищая и нас, и Родину. Немало наша Родина знает героев, которые проявили себя в годы гражданской и отечественной войны. Наша армия воспитала замечательных мужчин, которые воевали в Афганистане и в Чечне. Именно им мы обязаны миру на нашей Родине. В честь нашей армии мы начинаем наш праздник – День защитника Отечества. В День защитника России поздравляем наших пап. Салютует в небе синим разноцветный звездный зал. Субтитры.
Мне бы стать парашютистом. Очень хочется летать. У меня мечта простая. Покорить бы высоту. Елочком я стать мечтаю. Но сначала подрасту. Я пошел бы в капитаны плавать в реках и морях. Охранять границы жестко на военных кораблях. Офицерам и солдатам нашей доблестной страны пожелаются, ребята, никогда не знать войны. Yeah.
подведут вас. И сейчас для мальчиков этой группы объявляется игра «Кто первый?». Но у нас мальчиков в этой группе мало, поэтому я думаю, возьмем и девочек с собой поиграть. Давайте поиграем с мальчиками, а потом с девочками. Давайте с мальчиками. Мальчики, выходите, все выходите. Вы уже играли в эту игру? Поворачивайтесь друг за другом. Как наездники. Как на лошадках. Встречайте
будущие защитники нашей страны с танцем в ВДВ. Танец «Мой любимый папа».
для кого не секрет, что в ближайшее будущее мы празднуем день 8 марта, праздник наших дорогих и любимых женщин. И, конечно, самым приятным подарком является подарок, который сделан своими руками. Поэтому я вам предлагаю конкурс, который называется «Самый ласковый папа». Перед вами два мольбета. И ваша задача за максимально короткое время нарисовать поздравительную открытку для любимых наших мам. Для конкурса нужны два папы. Ну, пойду папа сама приглашать. А все такие скромные. Я художник. Я тоже не умею, научу. Сейчас я нарисую. Остальные папы, давайте подсказывайте, что нужно рисовать на открытке? Стих. Можете поздравление. Мамочка родная, я тебя люблю. Все цветы весенние тебе. Пока что ты сказал, скажи громко. Что, что надо рисовать? Травку и что? 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 Солнышко и Машу будет. Машу будет очень приятно. Дима, что нужно рисовать на открытке? Солнышко надо рисовать. Еще что нужно рисовать? Что женщинам дают 8 марта? Дима, что? Облако дарит. Облако дарит. Еще что дарит? Свет дарит, конечно же, свет. Открытки еще дарят. Что? Поэтому, пожалуйста, давайте проводим воспитанников.
Thank you.
одной истории такой сейчас вам ребята и расскажут, а точнее споют. Один хвост. Кто это?
Нормально. Гербовый орел, что ли? Нет. Собака. У собаки разве две головы? Вот сразу видно, кавалеристов нет в наших рядах. Конечно же, это всадник на лошадь. А, есть? А, не кавалерист? Хорошо, справились с этим заданием. А смогут ли наши будущие защитники дать такие же точные ответы, только продолжив пословицы? Итак, слушайте внимательно. Первая пословица. Мир строит, а война... разрушает! Правильно, разрушает. Тяжело в учении, легко... бою! Смелее! Щи да каша... пища наша! Молодцы! Один за всех... и все за одного! Молодцы, ребята! Сегодня мы убедились, что у нас подрастает достойное поколение защитников Отечества. А это значит, у нас будет кому защищать нашу Родину. Мы поздравляем вас еще раз с Днем Защитника Отечества. Желаем здоровья, счастья, мирного неба над головой.